С приходом весны дороги на улицах города предстали, как говорится, в полной красе. Но только такая красота скорее пугает, нежели притягивает. Одной из таких является улица Ашхабадская. Ведь подобную картину горожане наблюдают уже на протяжении многих лет, и с каждым годом ситуация только ухудшается. Бибигуль Таужанова выяснила, сколько еще придется ходить по колено в грязи, и когда уже дороги в городе перестанут пугать горожан. Жители улицы Ашхабадской бьют тревогу. Хоть на улицу и вовсе не выходи, особенно весной и осенью. Здесь не то что пройти, проехать невозможно. Уже на протяжении 5 лет куда только они не обращались. Но дороги с каждым годом только ухудшаются. И появляются все больше ям, которые становятся просто пыткой для автовладельцев. А постоянным атрибутом жителей данного района уже стали резиновые сапоги. Тут желательно, чтобы сделали. Желательно, они делают. Вот года 2 назад или 3 как-то это самое... Залепили вот эти вот дырочки. Вот залепили. Смотрите. А потом опять они поразлетались. И все. Каждый год ремонтируют дороги. И все, это ухабы, ямы. Конечно, здесь дети ходят, в школу ходят. А на отдаленных улицах ходят в школу дети. Тяжело же. Особенно где 26-я школа, там дорога вообще-то. Там море, автобус ездит. Ну, мы просим, чтобы руководство города обратило внимание на наши дороги, допустим. Правильно. Бесполезно, сколько бы они ни делали, они будут разрушаться постоянно, потому что большегрузные машины, они вообще те города не должны быть, они где-то должны быть за пределами города. Большегрузные машины, про которые рассказывают жители, принадлежат заводу, который неподалеку развернул свое производство. Это еще больше усугубляет и без того сложное положение местных дорог. Мы обратились в ЖКХ, где нас заверили, что планируется модернизация дорог и данного района уже летом этого года. Имеется проектно-сметная документация на средний ремонт дорог к улице Ашхабадская, улица Котельная, Нефтяная, Кооперативная. Это дороги 2-го рабочего поселка. Протяженностью 1150 метров. Значит, мы на сегодняшний день ждем решения ближайшей сессии маслихата, на котором будет решен вопрос выделения финансирования. Но пока жители 2-го рабочего поселка обещаниям верят неохотно, хотя надежда умирает последней. А вдруг и вправду отремонтируют. Бибигуль Таужанова, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.